Казахстанские ученые развивают искусственный интеллект, расширяя возможности диагностики и лечения сложных заболеваний. Премьер-министр Олжас Бектенов и члены попечительского совета Назарбаев университета ознакомились с новейшими разработками отечественных исследователей. В их числе создание лекарства от рака. Ученые завершили первую и вторую фазу клинических исследований препарата и получили обнадеживающие результаты. Ученые работают и над генетическим профилем казахстанцев, что позволит оценивать риски различных заболеваний у граждан нашей страны. Основные направления, которые мы развиваем в нашей лаборатории, это в первую очередь изучение казахстанского референсного генома, то есть насколько мы уникальны или отличаемся от других популяций для построения референсной геномной базы геномных вариантов. Второе большое направление – это изучение геномов при патологических состояниях, таких заболеваний, как сердечно-сосудистые болезни, онкологические заболевания, туберкулез, инфекционные болезни, иммунологические состояния и так далее. Другое направление – это внедрение новых технологий, как секвенирование нового поколения, также секвенирование третьего поколения нанопоровое в нашей лаборатории. Для этого мы отрабатываем и оптимизируем протоколы и отрабатываем непосредственно в наших проектах.